Это соглашение на сочинском форуме Вениамин Кондратьев подписал с президентом китайской компании медицинской аппаратуры. Планируется, что в год в Краснодарском крае смогут выпускать до 300 миллионов одноразовых шприцов нового поколения, что, по прогнозам медиков, сократит заболеваемость инфекциями. В Китае есть такая очень хорошая мудрая поговорка: главное сделать первый шаг. Я считаю, что мы с вами первый шаг сделаем. Я очень надеюсь, что он будет не последним, будет второй, третий и последующие шаги в нашем сотрудничестве. Работающие предприятия, благодаря вашим инвестициям, это источник пополнения и муниципального, и краевого бюджета. А налоги в бюджете – это реализация всех социальных программ, которые намеревается сделать власть для своего населения. Я очень рад, что у меня есть возможность сегодня подписать с вами это соглашение. И мы надеемся, что мы сможем принести наш опыт, наши самые передовые технологии на землю Краснодарского края. При вашей поддержке, наших технологиях, я уверен, наш проект будет успешен. Еще одно соглашение, которое подписал губернатор Кубани – строительство перевалочной базы для тяжеловесного груза. Она будет предназначена для временного хранения контейнеров и крупногабаритов в Темрюкском районе. Приступить к реализации этого проекта планируют уже в следующем году.